Проект «Читай быстро» представляет. Главные из книги Роберта Аллена «Множественные источники дохода. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и всем весом навалиться на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Одного источника дохода уже недостаточно. Примечательный факт заключается в том, что американской семье 50-х годов для проживания было достаточно зарплаты одного члена семьи. В современном же мире используется минимум два источника дохода. По мнению Аллена, это не предел. Вам нужно больше способов заработка или дохода, чтобы не испытывать дискомфорт в случае потери одного из них. Денежное дерево за доллар в день. Финансовая свобода, по мнению Аллена, выглядит как денежное дерево, состоящее из листьев банкнот. Факт номер три. Ключ к финансовому процветанию. Хотите упорядочить свою финансовую жизнь, вам нужна четкая система. Контролируйте доходы и расходы. Помните, что зарплата – это резервуар, который наполняется и тут же опустошается, иногда больше, чем полностью. Находите течи, через которые уходят финансы. Два способа сохранить деньги. Существуют такие методы сбережения денег. Тратить меньше денег на покупки, создавать прибыль из сэкономленных средств. Некоторым удается существенно экономить за счет бюджетных покупок. Состоятельные люди владеют обоими способами беречь деньги. Они прекрасно торгуются, ценят каждую копейку, так как она способна принести им прибыль. Факт номер пять. Инвестирование. Инвестиционная деятельность не требует активной торговли, общения с людьми. Доход от инвестиций является пассивным, формируется длительное время. Ориентируйтесь на три основных параметра, подбирайте удачное предложение, находите оптимальное время для покупки, своевременно продавайте активы. Сетевой маркетинг для целеустремленных людей. Тут Аллену, конечно, виднее. У нас не так, чтобы особо много практики в этом направлении. Он говорит, что не нужно пасовать перед трудностями. И для достижения успеха в сетевом маркетинге чаще всего нужны следующие три пункта. Правильно подбирать компании, понимать особенности маркетинговой системы, уметь работать с людьми. Интернет изменил взгляд на маркетинг. Продвижение – значительная статья расходов любого бизнеса. С появлением интернета полностью изменилось понимание маркетинга. Теперь можно за копейки находить клиентов, готовых платить тысячи долларов. Ваша главная цель – привлечение трафика на сайт или в социальный профиль. Восьмой факт. Информация стоит денег. С помощью интернета стало возможным продавать не только материальные и цифровые товары, но и данные. Информация – такой же актив, которым можно торговать, и интернет упростил способы передачи этой самой информации. Привлечение клиентов бесплатными плюшками. Коммерческий сайт должен производить впечатление, что пользователь может почерпнуть информацию бесплатно. Для привлечения трафика подойдут информационные статьи, инструкции, рекомендации по использованию и уходу за товаром. Теперь ваша главная задача – быть полезным. Десятый факт. Минимизация участия в заработке денег. Используя множественные источники дохода, в конечном итоге человек избавляется от необходимости работать лично. Больше всего времени нужно на этапе раскрутки. Запустив процесс, можно будет значительно сократить время на работу ради денег. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Множественные источники дохода». Подписывайтесь на канал, наваливайтесь всем весом на колокольчик, слушайте с мамой и читайте книги вместе с «Читай быстро».